Всем привет, это Евгений Мельничук, и вы смотрите Eugene's English. Как быстро выучить английский язык? Никак. Серьезно. Изучение любого языка – это долгий процесс. Он может быть нудным, он может быть интересным, он может быть увлекательным, но так или иначе он занимает время. Сколько времени нужно, чтобы нормально выучить английский язык? Мне часто задают этот вопрос. Ну, ребят, чем больше, тем лучше. Почему? Потому что изучение любого языка, и в частности английского, это процесс, это долгий процесс. Да? Какой бы ни была интересная методика, каким бы ни был харизматичным преподаватель, на изучение языка уходит время. Это работа мозга. Ему нужно время, точно так же, как вашему желудку, чтобы переживать материал, чтобы переварить его и чтобы усвоить. Поэтому я говорю, что в английском нет такого понятия, как quick fix. На все нужно время. Разные методики способствуют лишь тому, чтобы помочь понять, усвоить какой-либо материал, запомнить слова, разобраться в грамматике, помочь в изучении и в понимании восприятия речи на слух. Но в любом случае это нужно сесть и работать нужно тебе. Изучая иностранные языки, не только английский, я убедился это на своем опыте, изучая французский, изучая, разве что польский мне легко дался, да, изучая немецкий, изучая, там, делая попытки изучать турецкий, испанский, итальянский, я увидел, что есть несколько принципов, которые абсолютно одинаковы для любого языка. Это время. Чем больше, тем лучше. Последовательность. Нужно последовательно изучать язык, да, переходить от более простого к более сложному, понимать и иметь в себе как бы представление, чего ты хочешь достигнуть. Терпение. Eat this elephant one bite at a time. То есть не пытайся сразу все охватить, потому что этого не произойдет. Потихоньку откусывай кусочек за кусочком, жуй. Переваривай, усваивай и двигайся дальше. Потому что этот elephant, этот слонище, очень большой. Кусай и ешь его понемножку. Мой канал Eugene's English я создал специально для тебя, дорогой мой друг, дорогой зритель, дорогой мой подписчик, дорогие мои ученики, для того, чтобы помочь вам изучать этот язык английский, есть этого слона потихонечку, по чуть-чуть, чтобы ободрить, вдохновить вас, продолжать изучать этот язык. Поэтому заходите на него, подписывайтесь, конечно же, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. И мы вместе с вами, я хочу вместе с тобой grow your English. Это замечательный, увлекательный процесс, и мы это сделаем. Несмотря на то, что я преподаватель, я каждый день общаюсь с людьми, я хочу, я жажду общения с вами. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы, возникают вопросы относительно грамматики, лексики, как сказать лучше так или вот так, напишите, задайте мне эти вопросы в каких-то комментариях, и я с удовольствием отвечу. А отвечаю я быстро. Поэтому смотрите мой канал, изучайте, совершенствуйте английский, and I'll see you later, guys! Bye-bye.